Организовать бесплатный проезд к месту учебы для детей из малоимущих семей, проживающих в Биробиджане и обучающихся на территории другого муниципалитета, предложила мэрия и прокуратура. Предложение внесено после того, как прокурору автономии на личном приеме обратилась жительница областного центра, не согласная с решением администрации города об отказе ей в льготном проезде до школы для ее ребенка, который учится в образовательном учреждении Биробиджанского района. По данному обращению прокурор ЕАО поручил провести проверку и принять необходимые меры реагирования. На сегодняшний день муниципальным нормативным правовым актом не урегулирован вопрос о бесплатном проезде к месту учебы и обратно детей из малоимущих семей, проживающих на территории городского округа и обучающихся в муниципальных учреждениях Биробиджанского района. Кроме того, федеральным законодательством не позволяет организовать перевозку детей, поскольку обеспечена транспортная доступность образовательных организаций к месту жительства обучающихся. В мэрии областного центра разъяснили, что всем нуждающимся в случае необходимости обеспечивается льготный проезд до ближайшего учебного заведения в границах городского округа. Но если родители сами выбирают удаленную школу в другом муниципалитете, в таком случае меры поддержки на таких детей не распространяются. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.